Всем приветики. Купила я себе жесткий диск, SSD-шку. Сегодня он ко мне приехал. Вместе с SATA кабелем купил. SATA кабель, правда, маловат. Я думаю, ну, хотя должно хватить 0,45 метра. По идее, должно хватить. Но мало ли, вдруг не хватит. Ну, по идее, должно хватить. Но я что-то, так визуально думал, что он побольше будет. Вот он, SATA кабель. Для подключения SSD-шки к жесткого диска к компьютеру. Он как бы служит для передачи данных. Скорость у него 6 гигабит в секунду. Вот. И сам жесткий диск. Вот он, жесткий диск Samsung Evo 850. Он как ноутбуковский, 2,5 дюйма, 500 гигабайт SSD-шка. Скорость чтения и скорость записи. Сбоку у нас такие данные, Made in Korea. О, так оригинальный. Samsung же в Корее делают. А, не стоит, или... А, ну да, в Корее же делают. В Корее Samsung делают. Значит, оригинал. Изготовитель. Республика Корея. Да, значит, оригинал. О, только та сторона заклеена, ничего не видно. Там что-то по-русски написано, но... Здесь ничего не видно, как бы. Может, там не Корея изготовитель, и они заклеили. Ну, типа, здесь на коробочке не видно, кто изготовил, а наклейку они же могли и другую наклеить. Вот. Ну, и теперь можно, хотя... Made in Korea, хотя, ну да, типа. Так, теперь можно открыть. Где тут его лучше всего открыть? Разрезать. У меня хоть вспышка включена, включена, а что так темненько. Так. Открываем. А там какая-то коробочка. Достаем, смотрим, что там есть еще. Ничего больше нету. Да, мы же все глянули. В принципе, так-то да. Коробочка такая вот. А в ней лежит какая-то наклеечка. Типа на него, чтобы наклеить, или это просто такой вкладыш. Потом стат драйв, а это типа инструкция такая. Прикольно, что все заклеено. Мне вот нравится, что все такое, типа. Все такое, типа, ну. Видно, что не БУ. Если было бы БУ, наклеечек уже бы никаких не было. А то бывает, в некоторых магазинах покупаешь. Ну, неважно что. А там даже не то что. Картонной коробки нету. В каком-то пакете каким-то скотчем заклеено, как будто вот кто-то попользовался. Ему не понравилось, и он назад положил. Так, а где тут найти мой родной, так сказать? Так, что у нас тут имеется? Download. А, здесь, типа, наверное, только английский. Типа, откуда можно загрузить обеспечение с сайта Magicom. Так, здесь на инструкции тоже что-то должно быть. Русский. Сейчас я гляну, где там русский. Ну, почему-то не языки написаны. Аус, там ЧЕС, там всякие Энг. Ну и вот русский. Это гарантийный талон, видимо. Здесь дорогой покупатель. Здесь что-то там расписано, но это не инструкция, а просто, видимо, какие-то гарантийные обязательства, что-то такое. Произведено в Корее. Мне вот нравится, что Корея это же оригинал Samsung. А значит, у меня в руках сейчас вы наблюдаете качественную вещь. И меня это не может не радовать, конечно же. Так, подожди. Так. Вот оно какое. Так. Достаем. Она в таком коробочке довольно-таки. Пластмасочка довольно-таки. Вот здесь жмешь, особо и не прожимается. Ну, то есть такая она. Если так что-то ударит, в принципе, что с этой стороны не достанет, что с этой не достанет. Ну, то есть он немножко защищен. Ну и вот он такой, типа, матовый, шершавенький. Здесь стрелочка, то есть сюда и вставлять здесь. А для чего вот эта штучка?
Она вроде как наклеечка, но не наклеечка, это красочка такая для чего. Ну и вот он так вот выглядит. Можно закрепить либо с этой стороны болтиками. Вот они по бокам. Либо снизу зажать. Так, а это что такое? Везде так идет ровненько так. Пространство маленькое. А здесь раз такая дырка. И причем оно, нажимаешь, оно дергается, типа. То есть, по идее, должно быть вот так зажато, ну, как везде. Оно только маленькое пространство, и как здесь. А оно что-то во, болтается. А вот это мне уже не нравится. То есть, получается, один угол, он должен быть вот так. А, так оно и тут так, типа, отходит. По бокам оно прижато хорошо, такая тоненькая полосочка. А сзади почему-то такая вот, что здесь дырка такая, что здесь дырка. А нажимаешь, оно сжимается. Отпускаешь, обратно отходит. То есть он болтается. Вот это мне уже не нравится. Только я радовался, что, типа, Samsung, типа, должны, ну, типа, оригинальная страна, должны вещи делать качественные, а там не очень что-то. Ну, контакты вроде новенькие, не поцарапанные. Хотя нет, такое ощущение, как будто на них уже что-то было. Не, что-то я немножко разочаровался вот в данный момент в Samsung. Питание 5 вольт, 1 ампер. Ну, немного ему питания надо на самом деле. Но что-то меня разочаровало. Тут вроде нормально держится, тут нормально. Тут нормально. Хотя нет, тут тоже уходит. Но видно вот раз. И нет, раз пространство отпускаешь, появилось. Тут вообще огромное пространство. Раз. И маленькое раз. Что-то крышка болтается сзади. Ну, главное, чтобы работало. Если сломается, то буду по гарантии возвращать. Другое дело, что это не какой-нибудь фонарик, что сломался. Это его заменил или мышка. Это жесткий диск. Если на нем будут какие-то данные, и они пропадут, может быть немножко обидно. Вот, поэтому. Ну, типа, ты же устанавливаешь какие-то программы, в них могут появиться какие-то файлы в этих программах, которые ты не успеешь сохранить. Например, сделаешь в какой-то программе какой-то документ, а он не сохранил, он потом раз пропал. Ладненько, посмотрим, что дальше будет. То есть, я вот радовался вот до этого момента, пока не нажал на эту штуку. И теперь, когда я увидел, что крышка болтается, что-то мне уже не очень радостно стало. Так, кабель подключается сюда для передачи данных. Ну, а дальше крепится в каком-то слоте. Ну, примерно так вот у меня будет стоять. Системники, а это подключается к материнской плате. А сюда. И передавать через этот кабель будут данные. А второй слотик, который остался, вот этот свободный, сюда подастся питание с блока питания компьютера. Вот. Ну, а на этом все. Пока что я его просто осмотрел в работе, буду проверять потом, потому что это нужно разбирать компьютер и подключать жесткий диск. То есть вот мы его подключаем, кабель, он назад не вытаскивается. Нужно нажать кнопочку, и тогда пойдет. Вот, ну а на этом все. Всем покедова.